честно, нет. Блядь, руки так, что я никуда не поеду. Особенно вот возле локтя. Камера есть. Доброе утро, мои дорогие друзья. Это третья ночевка. Я вам скажу, что думал, после третьей будет немножко легче, но на самом деле все стало еще сложнее. Следующая остановка должна быть Каунас, а до Каунаса отсюда километров 75, может даже и больше, чем 75. У меня есть такой девиз крутейший, он состоит из двух слов. Будь увлеченным. Каждую штуку нужно делать с увлечением. Ты представь, это для тебя открывается такой мир, который, возможно, никому там другому не открывается. Я, наверное, из тех, кто бы постоянно ехал, не имея там какой-то конечной точки, и постоянно менял бы курс, маршрут, разговаривая с кем-то, узнавая что-то новое. Я бы хотел, чтобы еще молния была. Чтобы молния меня ударила, и я стал быстро бегать. Я себе такой специальный красный костюм. А где у вас спереди сможет? Здесь где-нибудь, там наверху, вы не подниметесь. Не поднимусь. Это просто пи***ец. Первые два года, даже учитывая, что у меня не самая сложная там травма, да, в плане того, что у меня руки остались живы, я просто на 100% был уверен, что умереть намного лучше. И все это просто там делается, там безболезненно умереть вообще не проблема. Был какой-то период, когда я понял, что да ничего, собственно, там особо не поменялось, что все осталось так же, и что я тоже, какой я был, какой я есть, мне это нравится, и что можно продолжать, будучи даже на коляске, и круто, что я не умер. Александр Авдевич в инвалидном кресле уже 4 года. Причина – дорожно-транспортное происшествие, но назвать его человеком с ограниченными возможностями сложно. После аварии Саша не ушел в себя, а скорее занялся поиском себя. Он увлекся музыкой, театром и спортом. Увлекся общественной работой, возглавив районную организацию инвалидов-колясочников в Лиде. Саша ставил цели и добивался их. Идея совершить путешествие к Балтийскому морю на велоколяске у него появилась в прошлом году. Путь от Лиды до Клайпеды составляет более 400 километров.
Это расстояние Александр Авдевич преодолевает на специальной велоколяске. Стоит это транспортное средство порядка 4000 евро. Чтобы приобрести его, авантюрист-путешественник отказывал себе практически во всем. Когда немалая сумма была собрана, Саша пожертвовал ее на лечение маленького слонимчанина Савелия Змурщика. Средство на операцию, которому собирали личане во время благотворительного телемарафона. Конечно же, ему это нужнее. Но нашлись люди, которые одолжили ему велоколяску. Путь к своей мечте Александр Авдевич начал с центральной площади Лиды. Утром 22 августа он отправился в долгожданное путешествие. Жара. Мне даже стыдно его в ленту выкидывать. Это слишком. Может, я буду президентом? Может, я приеду, а мне скажут: слушай, давай ты будешь президентом. А я скажу: ну я ж не умею президентом. Мне скажут: да ладно, что тут сложного. Ты просто как бы скажешь, что ты президент, и все. Ладно. Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня 4-е утро нашего путешествия, вернее, моего путешествия. Моего и моего трехколесного друга. Спасибо. Я увидел, не хотел сигналить, чтобы не испугать. Да? Ну я бы уже не испугался, мне уже после того, как фуры сигналят, особо не напугаешься. Помощь нужна? О, ну не знаю, наверное, не вылезу уже. И сейчас мне нужно помочь ноги достать, вот самое тяжелое для меня. Как? Поднять за носок, да, и согнуть в колени. Вот так. Вот. Я так. Просто... И вторую то же самое. Сейчас. Молодец. Сегодня много километров? Да. Почти 120. Наконец-то я сел. Ну, уж голова начала кружиться. Когда выезжал, думал, в день буду проезжать 50 максимум. Угу. Ну, не думал, а сегодня как-то вот так пошло уже, знаете, такой адреналин. Уже не хочется останавливаться лишний раз. Вот. Единственное, что нужно останавливаться, памперсы менять. Как его зовут? Павлюс. Саша? Приятно, Павлюс. Только я не могу дозвониться, но надо попробовать как-то добраться. За Клайпеда есть Паланди. Около Паланди есть такой как район, называется Монтишкес. Там можно сразу в воду ехать. То есть там уже в этих Монтишкес все. И если волн нет, то может быть хочешь на доске попробовать? Да.
Конечно, конечно. Так, мне кажется, у меня получится. Завтра будешь, да? Отлично, отлично. Просто ты понимаешь, что ты зависишь намного больше, чем зависит обычный человек. Мы сейчас тогда поставим тёзка, Саша. Это багажник или что? Это моя инвалидная коляска, я на нее пересяду. Я же инвалид, я не могу ходить. Саша, все нормально. Понял, все. Да. Вот сюда вот ставь. Ну, пока что Саша, подальше ты. Саша, вот сюда поставь ее. Знаешь? Хорошо, сейчас, погоди. Подъеду. Подъеду? Ты сам подъедешь на ней? Нет. Ну, как сказать, подвезу. А дальше? Вот так вот держи. Так, теперь. Сейчас я ноги выниму, сейчас я пересяду, подожди. Перешел, молодец, смотри. Саша, это прям отлично. Спасибо. Спасибо, Саша. А ты другой стороной его одел. Нет, нормально. Скажите, а нету никакого человека помочь забраться еще? Нет, только я. Ну-ка, по ступеньке. Покажи на карте, где мы сейчас находимся. Сейчас, вот это, допустим, сейчас вот Кальварию. Теперешнее место. Сейчас Кальварию. Сейчас я включу. И там это, значит, у нас мост. Ты думаешь, я сразу так соображу, выпивший столько? Ну я-то точно не соображу. Не-не-не-не. Я сам себя критикую. Если никого не будет. Слушай, как правильно пишется этот В, вот этот город, который я хотел? Вьевис, да? Вьевис. Вьевис. Да. Это 45 километров. Слушай, ты не достигнешь. 51. 51? Да, пишет. Это я чуть-чуть хотел тебя чуть-чуть успокоить, но ты 51. Если бы меня взяли как этого... Как это, штурмана? Штурмана, да. Ну, естественно, я бы с собой еще взял выпить. Сегодня настроение особенно. Так я... Мы вдвоем бы не сели в эту штуку. Я бы на своей машине сел. Ну, уже выпишу, не поеду. А ты шутник, Саня, я смотрю. Вообще любишь пошутить. Сегодня Короче, нормальный день сегодня. Я просто тупо должен проехать 85 километров. Все, всем пока. Вот если бы не было хорошего тормоза, что она просто сломается. Там сзади машины, впереди машины. Я испугался вообще, я тебе говорю.
на такой скорости вылетел, я думал, ну все, жопа, я просто вырву, думал, сустав этот. Горка, машины едут со всех сторон. Как я еще удалось мне ее засунуть с первого раза? Я так не могу засунуть, я ее просто взял, подкинул, и она прям туда прыгнула. Короче, расстроение. А вы не знаете, в отеле есть места? Мне надо какую-нибудь, чтобы мог на коляске заехать только на инвалидной, потому что я на инвалидной. Нет приспособления. А какие есть возможности? Ну, по две. Никаких, по... никаких приспособлений. По ширине двери. Никаких приспособлений. Слышу, пух. Думаю, бля, может это на дороге какая-то штука. А? Смотрю задние колеса, отлично. Вообще про передние не подумал. А потом такой смотрю. Здравствуйте, мои дорогие друзья. У меня начало стучать переднее колесо. В общем, вот такая штука. Вот. Ну, вот. Сейчас буду, наверное, менять. Не знаю, как получится, не получится. Я ни разу не менял такие, если честно. Я вообще последний раз менял еще на раскладник. Лет 8. Вот. Все, пока. Что-то мне подсказывает сердце, что я что-то сделал не так. Так, есть. Это... Я такие передвижения. Мне очень за***ло ехать. Очень сильно заеб... Мне прикольно уже это делать все. Я, блядь, даже встать не могу. Я реально с этим горочки, хуйочки. Hello. Hello. I need a key from... 101. Thank you. Where is a bar? I need a bar. Bar? Yeah. In our hotel we don't have a bar. Don't but you have? Have in your room a mini bar. Ah, in room. Okay, thank you. О да, детка. О да. Дорогие друзья, сегодня мы выезжаем из центра города Лида
На прошлой ночевке на стоянке я встретил парня, которого зовут Паулюс. И он сказал, что в 30 километрах от Клайпеда есть какая-то база, которая называется Монтишкис. Я отправлюсь туда и погоняю с ними. О! Гоша. Так. Давай, или ты достанешь воду. А. Где же эта ебаная горка закончится? Я запутался немножко. Здрасте. Привет. Все, добрался. Около моря? Да. Хоть все вижу море. Помочь тебе? Да, помоги снять, пожалуйста. Сейчас. Саша. Элигиус. Элигиус? Ого, я никого-то не знаю с именем Элигиус. Первый раз. Хорошо тогда. Сегодня может какой-то счастливый день. Элигиус. Да. Это круто. Да? У нас так ресторан только может называться Элигиус. Море вот, сразу рядом. А можно там на коляске проехать, да? Да, там можно как раз. Да, я не видел море уже с тех пор, как сломал спину. Ого! Ого! Волны сегодня покупаться никак. Блин, да тут вообще круто. Да. Слушай, вообще супер место. Я даже подумать не мог, что такое может в Литве быть. Это наш рай. У меня такое ощущение, что я вообще там в Калифорнию приехал. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Наконец-то я добрался до моря. Вот оно. Целая куча моря. Просто, блин, офигенно. Сейчас такую силу мне даст, что я стану просто Заратустрой. Блин, мне уже даже хочется покупаться. У меня гидрокостюм есть. Вообще круто. Доску надо где-то одолжить.
Блин, у меня так загорели от очков брови. Вернее, не загорели. Так вот, сейчас я просто повернусь, и вы все офигеете, что здесь происходит. Так, 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 так. А вот что здесь происходит. Блин, помоги мне. Тяни. Давай, давай, давай. О-о-о! Так, так, так. Оп! Еще и... Ха-х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 а-